но зимой же такое не носят. На зиму не будет. Да, зима уже скоро закончится, а зимой тебе будет хорошо. Всем доброе утро. И смотрите, какого классного снеговика делают родители. Здесь рядом дети делают какой-то снежный замок, не замок, какую-то ограду снежную. Ну а мои девчонки сегодня на даче у бабушки. Уже захотели помогать по хозяйству. Сейчас я скину несколько кадров, чем девчонки занимаются на даче. Какие они помощницы. Девочки помогают бороться со снегом. Какие молодцы. Как много носят. Ника, много не набирай. Вот такие труженики. Снегу в этом году много. Вот так вот. Дружно. Ник, у тебя что-то выпало или у кого-то? Молодцы, дисциплинированно, как муравьи. Спасибо. Ровной шеренгой. Вот так вот, столько снега в этом году, выше крыши. Вот я пока отвлекся, работал, девочки время зря не теряли. Вот такую красоту сотворили. Так мы убирали. Да, вижу, время зря не теряли. Валялась. Марина, вся мокрая, наверное. А вот, кстати, уже подъехали. Вот они пошли этого снеговика смотреть, который родители сегодня лепили с утра на нашей площадке. Сейчас тоже они к нему подойдут, сфотографируются и будут фоточки. Сегодня нам везет на снеговиков. Вот бабушка приехала с подарочком. Шапочка, курточка. О, все. Все как ты видишь. А чем тебе не угодила она? Марина, правда, хотела, чтобы у нее попа торчала, короткую, но зимой же такую не носят. На зиму не будет. Да, зима уже скоро закончится, а зимой тебе будет хорошо. Новая, смотри. А сзади, смотри, эмблема в белой шапке. Вот, смотри, все. Вот так, нет? И теперь не смешно ты выглядишь, а вся упакована. Никогда не замерзнешь.
А я тем временем уже накрыла на стол. Такие небольшие посиделочки у нас сейчас будут. На Марину тарелку лучше не обращать внимания. Она все эти салаты не ест, поэтому я просто ей варю 2 вареных яйца. Сейчас с Мариной попробуем вот такую конфетку. Даже не знаю, там внутри несколько, скорее всего, да? Да. Что-то такое плотное. Давай, Марина, открой, а то мне одной рукой неудобно. Вытаскивай? Да, как-нибудь аккуратно. Наверное, аккуратно не получится. Давай как-нибудь. А, как получается. Там, наверное, сейчас будет... Интересно, это шар шоколадный будет или там пластмассовый будет шар с конфетами? Давай, открывай, как получается. Он шоколадный? Он шоколадный. А как его есть? Точно, он шоколадный. Я думала, там пластмассовое и внутри несколько конфет. Это как яйцо шоколадное, да? Слушай, это яйцо, это как из зубастиков. Помнишь, мы смотрели это? Спасибо. Слушай, это яйца зубастиков. Помнишь, мы ужастик смотрели? Давай пополам как-то. Вот эта штучка, чтобы не испачкать. Давай. Сейчас, наверное, она рассыпется. Или нож принеси. Там, наверное, ничего. Давай нож. Слушай, давай нож неси. Класс. Это какое-то такое яйцо тяжелое. Вкусно пахнет очень. С орешками. Нет, острием, давай, острием раз его. Да, вот так воткни его и... Нет, вроде ничего нет. Давай, давай, прорезай. Ничего пустое? Да. Ну ладно, поделим тогда как есть. Надо было на тарелку, но уже поздно. Трэш. Пустое? Да. Давай, аккуратно по пальцам не пойду. Все, разломи его все руками. Надо было на тарелку. Ладно, придется вытирать. Ну, давай, попробуем. Вот так выглядит с орешками. Пахнет очень вкусно, да? Пробуй. Ну, кусочек. Да, но внутри пустое. Ну, как на вкус? Вкусно. Вкусно. Ты вообще не любишь с орехами, да? Нет, люблю. Надо Веронику угостить. Нет. Ну, короче, вот такой шарик. Вкусненький. Так что приятного вам аппетита.